Шестой класс, третья серия. Признаки делимости в десятичной системе счисления. Число делится на 6, тогда и только тогда, когда оно делится на 2, то есть оканчивается на четную цифру, и когда оно делится на 3, сумма цифр числа должна делиться на 3. Число делится на 12, когда сумма цифр числа делится на 3, и когда две последние цифры числа образуют двузначное число, делящееся на 4. То есть должен одновременно выполняться признак делимости и на 3, и на 4. Число делится на 15, когда сумма цифр числа делится на 3, и когда число оканчивается на 0 или на 5. Число делится на 18, когда оно оканчивается на четную цифру 0, 2, 4, 6, 8, и когда сумма цифр числа делится на 9. Одновременно должен выполняться признак делимости на 2 и на 9. Сумма цифр числа 13579. Сумма цифр числа 25. Произведение цифр числа 86420. Значение произведения равно нулю, потому что один из множителей равен нулю. 12345. Сумма цифр числа 15, а произведение 120. 98760. Сумма цифр числа 30, а произведение 0. Один из множителей равен нулю. 123321. Сумма цифр числа 12, а произведение 36. Троичная система счисления. Только три цифры используются для записи любого числа. 0, 1 и 2. Счет идет тройками. Каждая следующая разрядная единица в 3 раза больше. То есть идет разряд троек, потом девятки. 9 на 3 – это 27, потом 81 и так далее. Каждое следующее в 3 раза больше. Давайте посмотрим, как записываются числа в троичной системе счисления. Это 1, это 2, а это 3. 1 тройка и 0 единиц. А это число 4. 1 тройка и 1 единица. А это 5. 3, да еще 2, а это 6, 2 тройки, 0 единиц, а это 2 тройки и 1 единица, это число 7 и так далее. Так, дается такое задание. Число 1102, вот из записи в троичной системе счисления, перевести в десятичную. То есть как это число записывается в десятичной. Разряды в троичной системе счисления. Значит, последняя цифра показывает, сколько единиц, предпоследняя показывает, сколько троек. Потом идет разряд девяток, 27, 81 и так далее. Каждая следующая в 3 раза больше. Так. Итак, старший разряд 27. Значит, один раз по 27, затем одна девятка, 0 троек и еще 2 единицы. Вот так это число записывалось в троичной системе счисления. А если найти значение вот этой суммы, получится 38. Итак, число в троичной системе счисления записывается 1102, а в десятичной это же число записывается вот так, 38. Теперь задание такое. Число
35 записать в троичной, то есть перейти от записи числа в десятичной системе счисления к записи этого числа в троичной системе счисления. Значит, старшим разрядом здесь будет разряд 27, потому что 81 – это много. Значит, старший разряд 27, то есть в троичной это будет четырехзначное число. Один раз по 27. Девятки брать не надо, потому что если к 27 прибавить 9, это получится больше, чем 35. Так, надо взять две тройки. 27, да, две тройки. Две тройки – это 6. Значит, получится уже 33. И остается взять две единицы. Вот так будет записываться число 35 в троичной системе счисления. 1, 0, 2, 2 в троичной. Признаки делимости в троичной системе счисления. Признак делимости на 3. В каком случае число делится на 3? Итак, разряд троек. Вот это предпоследняя цифра. Значит, если число оканчивается на 0, оно будет делиться на 3. Так, а на 9, вот это разряд девяток, значит, чтобы число делилось на 9, две последние цифры должны быть нулями. Тогда число будет делиться на 9. На 27. Если число оканчивается тремя нулями, оно будет делиться на 27. Вот здесь должны быть нули. Сложение в троичной системе счисления. Так, вот это таблица сложения. Если к одному прибавить 1, это будет 2. А если к двум прибавить 1, это будет 3. 3 записывается как 1, 0 в троичной системе счисления. А если к 2 прибавить 2, это будет 4. 1, 1. 1 тройка и 1 единица. Давайте выполним сложение, запишем слагаемые в столбик. Надо записывать разряд под разрядом. Единицы под единицами, тройки под тройками, девятки под девятками. Так, теперь выполняем сложение, начиная с разряда единиц. 2 плюс 2 – это 4. 4 записывается как 1, 1. Значит, 1 пишем и одну тройку переносим в следующий разряд. 1 до 2 – это 3. 3 записывается вот так. 0 пишем и 1 переносим. Переносим одну тройку в старший разряд. Так, 1, 1, да, 1 – это 3. 3 записывается как 1, 0. Так, вот значение суммы. Можно сделать проверку через десятичную систему счисления. Первое слагаемое – 11, второе – 17, значение суммы – 28. Ну, действительно, это один раз по 27 и еще одна единица. Будет 28. Сложение выполнено верно. Вычитание в троичной системе счисления. Так, записываем сразу в столбик. Вот это уменьшаемое. 1, 2, 0 в троичной системе счисления. Вычитаемое. 1, 1 в троичной системе счисления. Значит, занимать будем не десяток, а тройку. Так, из нуля надо вычесть 1. Значит, надо занять тройку. 3 минус 1 – 2. Так, здесь уже будет не 2, а меньше на 1. Значит, 1 минус 1 – 0. И здесь единица. Вот это значение разности. Можно сделать проверку либо сложением,
сложить и посмотреть, получится или нет, можно сделать проверку через десятичную систему счисления. Уменьшаемое – это 15, вычитаемое – 4, значение разности – 11, да, действительно, 9, да еще 2, 2 единицы. Значит, вычитание выполнено верно.